Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, с вами Вячеслав Котляров. В Харькове 5 часов 14 минут, 18.08.2016 года. Пилотная новая рубрика прошла вроде положительно. Я ее не стал не отмечать никакими названиями. Вот, микрофон буду использовать свой старый, добрый, проверенный, судя по комментариям. Потому что этот микрофон дал возможность записать самый первый ролик «Луна дала ответ. Какая Земля в реале». Этот микрофон пускай и дальше слушает меня. А вместе с моим микрофоном и вы, уважаемые слушатели и зрители. Так, ну давайте посмотрим на наш список комментариев на моем канале. Вот Дмитрий Вороновский пишет. Котляров, поясни, как я могу предсказать и публично проверить любое затмение и положение любой из планет Солнечной системы, опираясь на обычную модель. Ты по своей новой теории такое точно не сможешь. Так что признай поражение или давай проверим на практике. Так, ну что, Дмитрий, я признаю поражение, так как научной фантастикой у меня нет возможности заниматься. Это уже пускай современные ученые, писатели-фантасты. А так как знает огромная армия, которая становится каждым днем все больше и больше моих дорогих и уважаемых слушателей и зрителей, которые засыпают меня теплыми письмами. Я думаю, что им больше интересно будет услышать, как в действительности все обстоит, а кошки-мышки это уже пускай дети играют. Поэтому ищите единомышленников, их много. Вот. Есть много физиков, которые нам рассказывают что-то. Я вообще не понимаю, как современные физики, да и основная масса наук, может делать какие-то расчеты, не зная географии Земли. Вот согласитесь, как можно что-то рассчитывать, что-то доказывать, что-то рассказывать, если не знать истинного устройства нашей планеты? То есть 98% всех научных исследований это просто фейк, самый настоящий. Вот, поэтому Солнечную систему это не ко мне. Я говорю о том, что есть. И о том, что знаю. А научную фантастику про солнечные системы и планеты других миров можно найти в интернете вагоны. Так, смотрим дальше. 4 часа назад. Написано Татьяна Пивоварова. Вячеслав, рада слушать живого человека. Ты живой. Твоя информация очень близка к моему пониманию мира. Благодарю, Татьяна. Так. Роман Синицын дает ссылку на ролик «Энергия сердец». Сообщает, что в точку. Да, неплохой там ролик. Песенка минутная. Неплохой. Так, Дмитрий Никеев. Вячеслав, вы утверждаете, что традиционные ученые, связанные с изучением космоса, кем-то проплаченные преступники, неверно вводят людей в заблуждение. Но ведь ученые то же самое говорят о вас, кому верить. Дмитрий, ну вы даете. Вы такие вопросы задаете интересного характера. Ну как можно верить ученым, которые не видели, что находится за антарктическим кругом? Конечно, надо верить очевидцу. Вы ж, Дмитрий, не будете играть в испорченный телефон, что ученые, они предполагают, что Земля устроена так или так. Ученые предполагают, а я располагаю достоверными знаниями. И видел своими глазами, так сказать, своей сенсорикой, как устроена жизнь в соседних сотах. Если ученые, я правда не знаю, как они меня смогут опровергнуть. Ну, собственно, если они не смогут опровергнуть меня, человека, который воочию все видел, то пускай либо молчат, либо со мной советуются. Потому что они только могут предполагать. Вот. А я располагаю знаниями. Поэтому пока они меня не опровергли, пускай пишут научную фантастику. Дягилев, странно только, почему не дают скачать это видео на память. Почему? Пожалуйста, качайте. Сотовая Земля, по-моему, уже много скачано этих роликов. Там никакой блокировки нету. Я вот проверю, скачивается, скорее всего. Я вот программу даже, можно, в принципе, разными способами качать. Но, допустим, две английские S, если вы поставите перед U в командной строке и нажмете Enter, то, в принципе, пойдет на скачку. Так,
Елена Серова, благодарю за ответ, Слава. Видимо, не время еще из ваших уст мне услышать ответ. Посмотрю ролики, которые вы порекомендовали. Надеюсь, найду ответы там. Да, в принципе, я это и в тех 2 минутах, или сколько там, в минутке все-таки объяснил, так сказать, принцип нашего мироустройства. Сейчас, если дойду до вашего комментария, посмотрю, какие там ответы, вроде запись идет. Хотя идет она запись или не идет, это я узнаю после того, как нажму стоп и посмотрю, что там. Так, Владимир Мальчевский. Главная задача всей этой болтовни, это он про ролик, которая была конференция в институте Б. Главная задача всей этой болтовни, как и другой болтовни, скрыть внутренний мир Земли, управляющим всеми процессами на поверхности. Мир, которому 65 миллионов лет, и для этих прогрессировавших, пресмыкающих просто еда, которую они охраняют, как собака миску с мясом генетическим. Так, почему Александр Борий, почему мне плоскоземельщики не отвечают? Так я откуда знаю, это не ко мне. Это вы к плоскоземельщикам идите. Самый вот, кстати, в интернете главный по плоской земле Алмаз. Он мне периодически скидывает ролики. Алмаз, зовут его Улмаш Хан. Вот, можете найти его ролик. Мой ролик, где я, Рыбников и он. Вот он главный по плоской земле. Он мне каждые сутки присылает эти ролики. Правда, я не знаю зачем. Так, ладно, что дальше? Уже врет, как и официальная наука, которая учит нас, что предок человека якобы вышел из Африки. И выходит, и в ходе изменения среды и обитания появились разные типы рас. Не, ну почему? У некоторых, тех, кто сейчас на Земле обитает, в нашей соте, у нас более 4000 разных народностей, много предков, выходцы, да, с Африки. Ловили там всяких пятикантропов, неандертальцев, там, кроманьонцев. Ну, сейчас я использую не буквально, а фигура речи. 200 лет назад их отвезли в лабораторию под названием Эдем. Вот. Потом украли ген самый сильный, это у ариев, кто с карими, а правильно с огненными глазами. Поэтому и доминирует очень много кареглазых, потому что арийский ген очень мощный. Взяли ген ариев, запихнули в обезьяну. Потом сами создатели, которые проводили генные эти эксперименты, свои гены запихнули в этого искусственного человека, Адам и Еву, да. Вот. Естественно, у них родственники от обезьяны произошли, но пускай изучают свою родовую ветку. Я буду сообщать про потомка великой расы родов страны Ассы. Кстати, идет до сих пор, вернее не до сих пор, а вообще небесная Асса не прекращается. Война идет в разных ячейках по всем фронтам. Так, что дальше? Луна, Солнце, другие планеты. Где они находятся? В астрологии говорится о планетах, которые на нас влияют. Сообщает Светлана Косторных. Вы знаете, в 91-м году начали появляться сборники анекдотов. Поэтому вот это, что книжки там по астрологии, надо писать не астрологии, а анекдоты. И тогда все станет на свои места. Просто, Светлана, название книги неправильно это напечатали. Не астрология, а анекдоты. А там, вы когда читаете анекдоты, там не надо анекдот, он не воспринимается серьезно. С анекдота нужно смеяться. Или желательно. Так. Про солнце не договорил, но сурицу на сурицу перешел. Где солнце, где ра, поясните. Фух, ну я уже говорил. По трем землям ходит одно великое солнце и Орила. В нашей соте находятся 3 солнца лампочки, другое у них название Ярга. Вот. Ра, он больше применим не к физическому свету, а энергетическому, потому что вначале появилась Ра, а потом только появилось Солнце, Светлана. Вот. Привет, Павел Межнов. Привет из Сиэтла. Я не знаю, почему люди жалуются на звук. Все слышно хорошо. Хотел бы спросить о цели твоих видео. Ты что, ты это делаешь только для русских язычных слушателей?
Кстати, тоже вот термин русская. Дело в том, что все славянские языки, они-то по сути все и есть русские. Там, русский это Русь, это свет. То есть русский это светлый. Я уже говорил неоднократно. То есть польский, там, сербский и так далее, белорусский, это все светлые языки. Даже многие вот языки, которые как бы не относятся к славянской группе, но они относятся, как принято называть, тюркские языки. Они тоже светлые. Ну, много. Вот тот язык, который речь вообще правильно, та речь, которая создает, она уже по умолчанию русская. Даже вот в 17-м году придумали советский язык. И вот я, допустим, общаюсь на том языке, который придумали в 17-м году. Вот. До 17-го года жители определенной территории общались немножко на другом языке. Вот. Я общаюсь на советском языке. Я знаю, люди огорчатся от услышанного. Ну, вот такая у меня миссия ответственная. Одни огорчаются, другие восхищаются, третьи ненавидят, четвертые обожают. А наша истина, она как? Правда, это ж дело такие. Поэтому я говорю на советском языке. Советский тоже относится к группе русских языков. Но чтобы не расстраивать многих людей, я вам скажу, что самый близкий язык к протославянскому языку, ну, я уже говорил в роликах, это сербский. Я когда его послушал, надо будет как-то найти книгу Велеса, по-моему. Вот. Там, скажем так, сохранился древний язык. Где ж ты? Книга Велеса. Оригинальный текст нужен. Нужен оригинальный текст. О, да. Ух ты. Да, не удалось мне в оригинале найти Велеса. Вернее, нашел, но... Так, ладно. Это мы перенесем на другие. Ну, знаете, как она тут читается? И вот начните, во-первых, главу перед Триглавом склоните. Так мы начинали, великую славу ему воспевали, Сварога, деда богов, восхваляли, что ожидает Сварог, старший бог рода Божьего, и роду всему вечно бьющий родник, что летом течет из крыни, зимой не замерзает, живет той водой пьющий. Живились мы, срок пока не истек, пока не отправились сами к нему, к райским блаженным лугам. Так, хорошая книжечка, хорошая. Надо будет наизусть выучить. Ага, для Павел Смирнов, для русскоязычных слушателей. Ну, есть вот люди, кстати, по-моему, мне Сербии, кстати, человек сам написал, говорит, давайте я переведу основной ваш фильм на сербский язык. Люди сами пишут, но, как говорится, языков вымышленных много на 6 сотен, поэтому все профессии важны, все профессии нужны. Любые языки приветствуются. Так, ага, опять Светлана Косторных. Или ошибаюсь? Ошибаюсь. Да, Вячеслава, планеты Меркурий, Венера, Марс это ячейки, они существуют в космосе. Все они вместе с Землей вертятся вокруг центра Вселенной. Не, ну, давайте начнем издалека. Мне видео, пожалуйста, пришлите. Кто-нибудь высадки на Марс. А там уже будем разбираться, потому что это беспредметная беседа. Я не могу говорить о том, чего, по всей видимости, не существует. То есть нам сказали, что есть Марс. Но если высадки туда есть, покажите видео. Ну, не компьютерную графику, там, это сказки Венского леса, которые снимают, где попало и как попало. Так, Дик Кит. Да сделай звук громче, в конце концов, слушать невозможно. Так, ничего не знаю, дик, кик. Люди говорят, звук нормальный. Поэтому все. Никаких больше мне нервотрепок со звуком не нужно. Так, Сергей Аганян. Сергей Аганян. Вячеслав Котляров, я бы хотел поговорить с вами о теории новизны Терренса, Маккены и ДМТ, что вы думаете об этом? Как это объясните вы? Ну, что я могу сказать? У нас Маккена кто был? Скептик. А те, кто скептически относятся к разного рода вещам, что это?
скептизм разбирать. Кем он еще у нас был? Шаманом. Извините, но скептиков и шаманов я не разбираю. Пока, во всяком случае. А ДМТ? Пока мне неизвестно, что такое ДМТ. Так, Вася Пупкин, благодарю за труд. Надо сказать, что звук голоса в начале ролика более привычный. Спасибо. Чем во второй половине? Ну, по многочисленным просьбам голос остается, который был ранее. Так, если бы Земля не имела форму шара, то, Яр пишет, то тень, которую она отбрасывала на Луну при ее затмениях, не была бы ограничена дугой окружности. Ну, дуга окружности, дуга наружности. Всем, по-моему, ясно. Земля в миллиарды раз больше. А там уже, пускай физики окружность изменяют напильниками, рубанками. Я, вы знаете, и рад иногда поразглагольствовать, но комментариев много. А окружность Луны одна. Ну, это космический корабль. Он голограмму может такую пускать, что он будет выглядеть как какая-нибудь пирамида. И что потом физики скажут? Ну, скажем так, с умными лицами. Понимаете, это такой оптический обман, когда сфера преломляется в галеру, а галера в пантеру. Ну, вы знаете, у нас физики, они все это. Фантасты. Так, идем дальше. Благодарю за ролик с Велиславой. Здорово, что люди разными путями поднимают народ. Конга, конга. Спасибо. Так. Котляров, ты говорил, каждые 300 лет идет на Земле жатва, так называемая. Так нам что, пару лет осталось? Ванга. А если нет, ты как и пяти брат исчезнешь. Хо-хо-хо. Саша Сашкевич, я за 1,5 миллиарда лет, точнее за миллиарды лет, на нашей огромной планете исчезал и появлялся миллиарды раз. Вы понимаете, Саша Сашкевич, в чем разница потомка великой расы и современных искусственных людей, которые в лаборатории были сделаны под названием Эдем. Они все одноразовые. То есть это как бы пустышки, это внешняя оболочка, скажем так, человека. А внутри нету ничего. То есть я уже говорил неоднократно. Потомки великой расы имеют корни. От корней идет ствол дерева. От ствола дерева идут миллиарды веточек. Каждая веточка — это мы, потомки великого рода. Роя. Вот. А вот эти, которые созданы в лаборатории, искусственные веточки, они вот этот свой век докоротают и все. И никто о них ничего не узнает. Поэтому это первое. А во-вторых, найдите мне, пожалуйста, ролик и скиньте ссылку, где я говорил, что каждый лет идет на Земле жатва. Если не найдете такую ссылку и, так сказать, и не укажете время, где я говорю, значит, не пишите больше ничего. Потому что некрасиво так себя вести, так сказать. Так, привет, я из города Минска. Да, в Минске, когда метро, по-моему, создали, там что-то просчитались с вагонами. И получается, электричка не весь перрон закрывала, а был в конце, по-моему, пробел. Двух вагонов не хватало. Это я просто демонстрирую свою осведомленность по поводу города Минск. То есть я не подкалываю, не издеваюсь. То есть там получается, что перрон слишком длинно построили или вагонов слишком мало было. Вроде так, да? Добрый сок. Так, добрый сок пишет. Про Адама и Еву из лаборатории под названием Рай или Эдем — просто бомба. Ты большое дело делаешь, молодец. Спасибо, добрый сок. Таня Рясина. Вячеслав, очень люблю ваши видео, не только полезные для нас людей, но и такие красивые. Сердце радуется, здоровья, счастья, всех благ. И вам, Татьяна, здоровья, счастья, всех благ. Так, Сар Реутов. Здорово, Слава, здоров, Сар. Как сам? Расскажи про моря среди гор. Спасибо, про моря изучу, спасибо. Я что-то... Информации много. Иногда уходит несколько секунд, чтобы ответить на вопрос. Иногда несколько часов, иногда несколько дней, иногда несколько месяцев, а иногда и несколько лет. Ну, сейчас, кстати, все быстрее, так сказать, прием информации пошел, так как мы все находимся
в одном поле, а огромное количество людей положительно ко мне относятся и воспринимают. То есть я как бы черпаю информацию напрямую, теперь уже не только с информационного поля Земли, но еще и с уважаемых зрителей и слушателей. Ведь мы как бы флешки, у нас у каждого есть родовая память. Вот, и многие открытия последние в большой мере я буду делать благодаря вам, уважаемые слушатели, зрители. Так, моя Егор. А, ну это я понял, про плоскую землю, Наталья, вы все, пишет, вы все ясно объясняете, зачем по новой разъясняете, непонявшему. Не понял один, не поймет и второй. Зачем винить кого-то, кто тверд в грехе своем? Ведь перед небом подлинности голой стоят даяния наши без прикрас. Наталья, вы знаете, я иногда сознательно повторяю. Вот смотрите, на Ютубе очень много информации. И, к примеру, человек попадает, для него мой ролик будет первый, к примеру. Он услышал, допустим, что есть Котляров, он попадает на мой ролик, а тут Котляров в ролике говорит: «Плоскоземельщики, круглоземельщики, давайте до свидания, я не в вашей секте». То есть приходится повторять, то есть для человека мой ролик будет этот, допустим, первый. Есть же люди, которые, допустим, ну, полностью самого моего первого ролика изучают мои мысли, открытия, находки и так далее. А есть, которые могут открыть мои знания с любого ролика. Вот, поэтому иногда информация сознательно повторяется. Даже еще есть такой момент, я вот сам любитель лекций, я некоторые переслушал по 5, грубо говоря, по 6 раз, потому что когда лекция идет час-два, можно как бы задуматься и утратить какую-нибудь фразу. А когда мы уже второй раз слушаем эту же лекцию, мы удивительно находим, что ух ты, этого мы не слышали. Вот какое было мое удивление, когда я снял ролик, точнее не снял, а перемонтировал 20-минутный ролик, как он там называется, «Сотовая земля», «Плоская земля, устаревшая теория» или как-то там. Я же его перемонтировал из полторачасового, который идет час 30 минут. Так выяснилось, что вот этот 20-минутный ролик для многих оказался новым. То есть есть люди возмутились, зачем повторяться. Ведь вы знаете же, как мы все устроены. У кого-то времени нет. Он посмотрел 1,5 часа. Да нет, смотреть 1,5 часа. Не то, что он там не разберется, но просто времени нету. А так он увидел 20-минутный ролик, посмотрел, а информация та же. Вы поймите, что когда говорю, что я думаю о всех, это я говорю не для красного словца, я действительно думаю о всех, о каждом. Я не могу постоянно, правда, озвучивать, на самом деле, скажем так, о каком количестве людей я думаю, какие, скажем так, группы людей у меня в мыслях, вот, чтобы охватить всех, по возможности всем помочь, подсказать. Так, вот, поэтому вот, Наташа, иногда нужно повторять. Ольга Бойко. Доброго вечера, Вячеслав. Зарядил позитивом, благодарю. Спасибо, Ольга. Давайте на вот такой вот позитивной ноте Ольги Бойко и на многих других благодарностях завершим. Надеюсь, я вас не сильно озадачил своими размышлениями. Искренне надеюсь, что найдутся людям, которым было очень интересно. Я ставлю перед собой задачу по возможности изучить и озвучить все ваши вопросы, чтобы вам было приятно, чтобы вам было не обидно, чтобы вы знали, в самом деле думаю о всех нас, и один в поле воин, коль по-славянски скроен. А с вами был Вячеслав Котляров. Спасибо большое, что слушали меня. Всего вам доброго, до свидания и до новых встреч.